Без поддержки не выжить даже самым спортивным и здоровым. Общественная организация «Богатырь» отчитывается о потраченных средствах, которые получила в качестве гранта от администрации города в этом году. Размер его составил 80 тысяч рублей. На эти деньги в мини-спортзал закуплено 2 скамейки и рама для жима. Суммы этой, конечно, недостаточно. Зал располагается на сортировке и самостоятельно содержит себя с большим трудом. Особенно зимой, когда приходится оплачивать счета за отопление. К счастью, и желающих заниматься спортом в холодное время больше, чем летом. От 3 до 10 человек в день проходит. Но учитывая, что у нас минимальные благотворительные взносы, суммы очень-то практически небольшие в день получаются. От 300 до 450 рублей. Хотя затраты на коммунальную гораздо выше. Там порядка 12-13 тысяч летом и до 18-19 тысяч зимой. Поэтому приходится постоянно прибегать к помощи благотворителей, ходить просить помощи.